Сейчас скажу. Чересты. Каждый раз мелодия «Серенада весне» композитора Татьяны Смирновой открывает наши музыкальные встречи. И сегодня, как и все 30 лет в этом доме, вас приветствует композитор и пианистка, автор программ и ведущая, заслуженный деятель искусств России, профессор Московской консерватории имени Петра Ильича Чайковского Татьяна Георгиевна Смирнова. Дорогие друзья, вот мы и начинаем вторую встречу нашего сезона, который называется «День премьер». Это наша традиционная рубрика, уже 34-й год. И прежде чем мы начнем нашу встречу, я хотела бы напомнить вам, членам клуба, что 15 декабря мы проводим маленький рождественский фестиваль. И на участие в этом фестивале сегодня последний срок подачи заявок. Так что, пожалуйста, или в перерыве между первым и вторым отделением, или после нашей встречи просим мне оставить заявку, кто будет участвовать в этом фестивале. Ну а теперь обратимся к некоторым страницам истории нашей отечественной культуры. Я не случайно очень хотела, чтобы в сегодняшней встрече стояли две фамилии великих авторов, великих композиторов 20 века, наряду с нашими замечательными соотечественниками, живущими теперь и сейчас создающими свои произведения. А сегодня у нас гостей будет много, и вот наряду с музыки, которая создается сегодня, я хотела, чтобы вы послушали, вспомнили, вы это знаете наверняка, замечательную музыку предшествующих поколений, композиторов, которые гордо принесли знамя нашего отечественного искусства, которые создали удивительные образцы прекрасной, высокосодержательной музыки, яркой, образной музыки, которая исполняется сейчас и у нас в стране, и во всем мире. И вы знаете, вписаны золотыми буквами в странице нашей отечественной истории и истории мирового искусства. Это Сергей Сергеевич Прокофьев, это Евгений Кириллович Голубев. Вот при сравнении этих двух художников возникает мысль, что вот она,
потрясающая культура, культура, предшествующая великим достижениям, культура, которая собрала в себе все то прекрасное, что достигли композиторы предшествующих поколений. Они очень разные, Сергей Сергеевич Прокофьев и Евгений Кириллович Голубев. Объединяет лишь их одно. Удивительная любовь к своему творчеству, доскональность, тщательность. То, что без чего композитор не может создать настоящее произведение. Отработанность всех деталей. Это были оба профессора Московской консерватории, гордость консерватории, имена которых вписаны, вот вы когда зайдете в малый зал консерватории, вы увидите доску, где вписаны золотыми буквами имена великих русских композиторов, пианистов. И вот там значатся эти имена. И недаром Прокофьев, Голубев. Одна традиция, мощная традиция русской художественной культуры, русской музыки, ведущая начало Московской композиторской школы от Танеева Сергея Ивановича, от Мисковского Николая Яковлевича. Вот я вспоминаю слова, сказанные Евгением Кирилловичем Голубевым, о том, что ему действительно повезло в жизни, что он встретил трех великих художников, с которыми он общался, у которых он учился. Это Николай Яковлевич Мисковский, это Николай Сергеевич Жиляев, и это Сергей Сергеевич Прокофьев. И действительно, если вспомнить, так окинуть небольшим взглядом хотя бы творчество великого мастера Сергея Сергеевича Прокофьева, это начало 20 века. А, собственно говоря, все ростки, которые он дал, проросли в музыке следующих поколений. Закрепились и обновились. И вот эти мощные ростки древа отечественной культуры, музыки, так ярко, талантливо, можно даже сказать, вот это слово здесь уже можно не побояться сказать, гениально. В творчестве Прокофьева, дальше проросло в культуру нашу. И вот представьте себе, 1917 год. Прокофьев, ему всего лишь 26 лет. Он пишет совершенно замечательнейший цикл фортепианной музыки. 20 пьес, которые называются «Мимолетности». Слово-то какое интересное, необычное. Мимолетности. В этом слове и упругость, в этом слове стремление, в этом слове движение колоссальное. И в этом слове очень интересно, когда ощущается какая-то легкость, необыкновенная легкость, мимолетности. А что это такое? Бальмонт замечательно сказал. Это видение, это некоторые образы, которые мелькают. Они остаются в памяти, но они остаются вот сейчас ежесекундное, нечто ежеминутное возникающее у человека, от природы, у человека, от общения с каким-то замечательным явлением культуры. Это мимолетные образы. И действительно, сколько радости, сколько необыкновенного внутреннего подъема создает эта музыка. Это краткие зарисовки, порой на одну страницу. Но как много мыслей, как смело это сделано, каким ярким, выпуклым, сочным языком. Какие это образы, переливающиеся совершенно иногда, еле уловимые. Это 26 лет Прокофьеву. И он замечательный мастер, он уже выработал свой стиль. А еще год спустя он создает великолепнейший цикл фортепианы тоже. «Сказки старой бабушки». И этот цикл тоже напоен всеми ароматами древних сказаний, былин, может быть, которые сказок, которые рассказывала няня или бабушка.
своим внукам. И вот, вы знаете, поразительно, что в каждой новой пьесе у Сергея Сергеевича настолько точное мастерство композиторское, что он находит совершенно новые средства. Новые средства для воплощения этого образа. А вместе с тем, это чувствуется четко, это стиль Сергея Сергеевича Прокофьева. Но интересно, вот Венгерёш Голубев, который учился у Сергея Сергеевича Прокофьева в течение некоторого времени, он так рассказывает, когда он впервые увидел Сергея Сергеевича Прокофьева, это было после приезда его за границей, ему дали в гостинице «Националь», которую сейчас мы знаем, что она преобразуется некоторым образом. Вот в этой гостинице он имел несколько номеров для того, чтобы жить, работать. И вот в эту гостиницу «Националь» к нему приходили ученики, студенты консерватории. А в первый раз, когда он его увидел, это было в Большом театре, авторский большой концерт Сергея Сергеевича Прокофьева в Большом театре. И Сергей Сергеевич пришел на репетицию, и все увидели высокого, подтянутого, спортивного типа мужчину, очень красивого мужчину, волевого, но очень с точными, вот он подметил это, характеристика, которая проникла в творчество. Он с очень точными движениями, ни одного лишнего жеста, ни одного лишнего движения, но все очень точно. И вот эта точность присутствует в музыке Сергея Сергеевича. Во всем. Каждый штрих талантливого художника необыкновенно точен. И эта точность проявлялась и далее в общении с учеником. Потому что Сергей Сергеевич ровно за одну минуту выходил на занятия к ученику и ждал его. И он даже не представлял себе, что можно опоздать, что можно не прийти вовремя. Для него это понятие такого не было. Вот дисциплина внутренняя, которая помогла создать огромное количество произведений. Это и опера, вот вспомним, у нас в Большом театре шла опера «Война и мир», да, и «Игрок». Это великолепнейшие совершенно полотна, масштабнейшие. Это и балет, и «Золушка», «Ромео и Джульетта», «Каменный цветок», это и «Семь симфоний». Это и оратории, кантаты, масса инструментальных произведений, вокальной музыки, киномузыки. Вот когда все этот мастер успевал? Вот это поражает, действительно. Потому что человек, который соприкасается ежедневно с творчеством, пишет партитуры, он знает, как это трудно. Как трудно создать партитуру. Огромную партитуру, где каждый голос выписывается. Для композитора это, с одной стороны, колоссальнейшая работа мозга, души, и вместе с тем технологическая работа, это очень трудная, так как нас до сих пор поражает до 35 лет живший Моцарт создал сколько? Как это возможно, даже сейчас нашими, так сказать, представлениями о технике, как это возможно, каким вот взглядом, сколько музыки написано? Великой музыки, но дисциплина труда для композитора это все. Ибо не рождается просто так, вот захотелось, и вот сразу рождается образ. Нет, образ рождается, вынашивается, а потом оттачивается колоссальной работой. Колоссальной работой. И поэтому Сергей Сергеевич Прокофьев был удивительным в этом отношении. Это великий мастер, можно сказать. Я хочу вам напомнить некоторые страницы. Я сейчас сыграю вам одну сказку из цикла «Опус 31», сказки старой бабушки. И сыграю вам четыре мимолетности сочинения 22-е. Это 17-й и 18-й год подряд, эти 20 лет. Сергей Сергеевич Прокофьев. Thank you.
подлинную цитату, а все остальное – это абсолютно авторское произведение по мотивам вот этих сказаний северных народов. А нам можно вспомнить замечательные образцы фортепианной музыки. Евгений Кириллович создал 6 фортепианных сонат. И уникальный, совершенно уникальный пример, не имеющий аналогов в истории русской музыки, русской музыки 20 века. Он является автором 24 квартетов. Это труднейшее искусство квартетное и для исполнителей, и для композиторов. 24 квартета с блеском, исполняемые и до сих пор, и входившие в репертуар многих поколений музыкантов. Это и квинтет для арфы и струнного квартета, тоже очень редко. Вообще, Евгений Кириллович очень любил изысканные составы. У него есть интересные произведения для арфы, арфы сольные, арфы с квартетом струнным. Он любил этот инструмент. Или, например, квартет, 2 флейты, 2 арфы. Очень интересно, необычные составы. И вот Евгений Кириллович, он всегда, он сам играл очень много своей музыки, он был замечательным пианистом еще к тому же. Если мы говорим о том, что Сергей Сергеевич Прокофьев, композитор, пианист гениальный, он концертировал как пианист, и дирижер, то вот в этом случае мы можем сказать, что Евгений Кириллович тоже вначале очень много играл, причем не только своей музыки, но и классической. И играл очень достойно, потому что у него был замечательный пианизм. И вот это все нашло отражение в его музыке. И мне бы очень хотелось, чтобы вот сейчас прозвучало хотя бы несколько пьес из детского альбома Евгения Кирилловича Голубева. И надо сказать, что это будет исполнено без перерыва. Это 5 миниатюр. И я бы хотела вам рассказать о том, что в этом маленьком микроцикле, который вот наш исполнитель выбрал, так органично, как мне кажется, есть пьеса, которая называется «У Прокофьева». Таким образом, Евгений Кириллович, обучаясь у Сергея Сергеевича, он обязательно оставлял как бы вот в своих произведениях память о встречах. У него есть произведения, очень многим адресованным композиторам, с которыми он общался, и посвящение. И вот мы услышим пьесу, которая называется «У Прокофьева». Я хочу вам представить исполнителя. Я хочу вас познакомить с дипломантом Всероссийского конкурса музыкантов имени Ипполитова Иванова. Наталью Бутенко я вам представляю, которая исполнит 5 пьес из детского альбома Евгения Кирилловича Голубева. Пожалуйста, попросим. Наталья Бутенко. А названия пьес будут такие. «В лодке», «Игра с мячом», «Первое выступление», «У Прокофьева» и «Прерванный вальс». Thank you.
почувствовали в музыке ясную абсолютно связь с традицией русской классической музыки. И творчество Евгения Кирилловича, оно и очень традиционно, в лучшем смысле этого слова, и оно и смотрит вперед, оно необыкновенно новаторски. И вот, конечно, мне посчастливилось, я считаю, что я занималась в классе Евгения Кирилловича в консерватории московской. Я помню, что каждый урок – это было испытание, потому что каждый раз встреча с таким большим мастером, она заставляет работать много, заставляет думать, бесконечно искать, потому что Евгений Кириллович не пропускал ни одной неточности. Он не пропускал случайностей. Он говорил, что композиторское дело – это невероятно трудное, потому что одно дело – идея, она должна воплотиться в звуках и должна быть абсолютно отточена. Каждая нота, каждая фраза, каждый период. То есть это должно быть произведением искусства, а иначе незачем учиться и незачем писать музыку. И чрезвычайно тщательная, продуманная работа, которая была в классе Евгения Кирилловича Голубева, тянула к нему все новых учеников, желающих у него учиться. К нему было трудно попасть, потому что многие хотели заниматься у профессора Голубева. Многие хотели заниматься потому, что Евгений Кириллович давал колоссальную композиторскую школу. Он сам получил эту школу, и он ее передал. И старался передать высшим, надежным образом в руки тех, кто хочет учиться, кто хочет работать, кто хочет стать мастером. И Евгений Кириллович воспитал целый ряд блестящих мастеров. Мы можем вспомнить имена Ишпая, Андрея Ишпая. Они совершенно разные композиторы. Это Альфред Шнитке, это Игорь Красильников, это Андрей Головин. То есть масса композиторов, а Константин Баташов, я не могу здесь даже перечислить части тех моих коллег, которые учились у Евгения Кирилловича, которые носят его школу, потому что их великое множество. За 44 года это огромная плеяда мастеров вошла в то самое, что мы называем понятие музыкальная культура России. Это очень большой мастер. Я очень рада, что мы можем немножечко послушать его музыку. Мы и в прошлом сезоне, те, кто был в 33-м сезоне, помните, наверное, что мы слушали записи хоровой музыки Евгения Кирилловича. Надо сказать, что Евгений Кирилович и был и пианистом, и изучал хоровое дело. Он имел даже свои хоры. В юности он имел несколько хоров, которыми он руководил. Он познал все досконально, всю вот эту хоровую звукопись. Это очень трудно. Это как вот познать оркестр симфонический, камерный, народный, где все специфика, где все новое. И композитор каждый день для себя должен открывать новое. Он должен искать, изучать наследие мастеров и свое продолжать. Поэтому это очень трудное искусство, требующее большого усилия, труда, таланта, вот всего того, что человек создает потом после себя, если он создает настоящее, это остается уже надолго. Знаете, вот мне очень, я не избежала соблазна все-таки показать одну вам запись, хотя вы знаете, что у нас звучит в основном живая музыка, живое общение с авторами, но мне захотелось показать из одного такого редкого обстоятельства. Даже два года назад, я имела возможность поработать за очень интересным инструментом. Сама того не зная, я вначале отреклась как бы от этого знакомства, а потом я втянулась, и я услышала, что колоссальные возможности есть у этого инструмента. Он не так известен, это не синтезатор, сразу скажу, это пианола высшего качества, пианола, которая обладает колоссальнейшими возможностями. Я поработала за этим инструментом всего неделю. Имела эту возможность, потому что практически у нас здесь этих инструментов почти нет. И надо сказать, что я восхитилась этим инструментом.
Там есть такие возможности, еще не раскрытые. Если работать за этим инструментом, можно очень много интересного создать, как мне кажется. И вот возникла такая неожиданная музыкальная версия. Я как раз перед этим, ну я люблю очень Пушкина, и я перед этим много читала Александра Сергеевича, вспоминала. И в частности, мы знаем версию балетную «Башчисарайского фонтана» очень хорошо. Но почему-то вот в том издании, которое с иллюстрациями художника Сурьянца, замечательного художника конца XIX века, вот возникли образы, и именно в соприкосновении с этим инструментом. Это целая большая композиция, но мне хотелось вам показать маленькие несколько фрагментов, чтобы вы почувствовали возможности этого инструмента, удивительные возможности. Вот возникла такая музыкальная версия «Башчисарайского фонтана» для щитца и специально инструмента Филинола Курцвая. Я хочу, чтобы сейчас это прозвучало. Будет несколько фрагментов, и вот вы услышите возможности. Это целый оркестр, это хор, это поразительные наслаивание звучности, причем, как говорится, там очень много можно поискать. Вот за неделю это было трудно сделать, но тем не менее. И вот образы, которые возникают в этом инструменте, если не раскрывается, то чрезвычайно большие возможности. Я вам предлагаю несколько фрагментов сейчас. Значит, это несколько частей, маленьких частей инструмента Курцвайн, художественное чтение Андрей Гетман, а вот за Курцвайн я. Значит, вот первый фрагмент, который будет звучать, это «Набег» называется. «Набег», ну вот вы услышите сейчас. Пожалуйста. Дворец угрюмый опустел, его гирей опять оставил. С толпой татар в чужой предел он злой набег опять направил.
Тавриду возвратился хан, и в память горестной Марии воздвигнул мраморный фонтан в углу дворца уединенный. Я всегда, знаете, в клубе знакомлю вас с разными инструментами. Вот такой интересный инструмент довелось мне увидеть и поработать с ним. Ну, а теперь мы продолжим нашу встречу, и я приглашаю на сцену трио юных артистов, лауреатов многих конкурсов, ансамбль, который возник в музыкальной школе имени Шопена, Московской музыкальной школе имени Шопена. И правда, надо сказать, я не могу не сказать об этом, хотя, может быть, как-то очень обидно, что вот эта замечательная школа, она носила имя Николая Яковлевича Московского. Очень долгое время. Нашего основателя Московской композиторской школы, крупнейшей фигуры музыкальной культуры не только Москвы и России, но и мировой музыкальной культуры. И вдруг эта школа по неизвестным причинам была переименована в школу имени Шопена, колледж имени Шопена. Вы знаете, вот когда мы узнали композитора об этом, у многих как комок в горле, потому что мы все очень любим Фредерика Шопена, это замечательно, это что говорит, это гениальный композитор польский. Но ведь Николай Яковлевич Московский – это величина, и, мне кажется, это была ошибка. Ошибка, и нельзя было, то есть масса музыкальных школ,
которые могли иметь имя Шопена. Да, правильно, но Николая Яковлевича Мясковского нельзя забывать, потому что это наша гордость, это наша совесть, нашей музыки, нашей музыкальной культуры. Вот здесь все протестует против такого странного, такой странной замены, я бы сказала. Но это уже сделано. Я думаю, что те люди, которые подумают, от которых зависит это, подумают и все-таки восстановят доброе имя Николая Яковлевича Мясковского, пускай это будет принадлежать другой школе. Но, наверное, это не случайно было дано. Это очень странное было обстоятельство, но, тем не менее, это случилось. Но мы сейчас не будем об этом дебатировать, это уже сделано. Но, во всяком случае, бывают такие вот некоторые казусы в нашей жизни, парадоксы. А школа номер 3 имени Шопена теперь – это замечательное учебное заведение, уже известное музыкальной общественности. И вот сейчас это трио будет выступать, но я хочу вначале рассказать о том, что мы будем слушать. Вот в зале сидит автор. Это композитор Игорь Владимирович Рейхин, композитор, который очень интересен творческой биографией. Много интересно работает в разных областях, но у него есть свои любимые области. Это камерная музыка, это любимые инструменты, потому что вот, у каждого композитора с течением времени какие-то свои творческие пристрастия образуются. И я знаю, что Игорь Владимирович очень большая любовь к инструменту, чрезвычайно выразительная, на мой взгляд, это гитара. Шестиструнная гитара классическая. Потому что он создал очень много интереснейших произведений. А также виолончель. Ну, виолончель подобна человеческому голосу, она всегда выразительна. И вот ансамбли, которые создают Игорь Владимирович, очень интересны. И да, сегодня у нас звучит тоже ансамбль. Сочинение Игоря Владимировича Рейхина. И я хочу представить исполнителей. Как я сказала, это трио ряда конкурсов. Новые имена. Фёдор Безносиков, я попрошу на сцену. Фёдор Безносиков. Арсений Безносиков. И партия фортепиано Ася Алексеева. Три пьесы для ансамбля, которые называются: первая – «Довод», вторая пьеса – это будет как сюита, поэтому без аплодисментов между частями, пожалуйста. Вот сейчас музыканты настроятся у нас. «Гавот», «Игрушечная железная дорога», вторая пьеса, и третья – «Заключительный венгерский танец». Игорь Рейхин.